я сейчас... Сейчас скажу. Не уходите сейчас, когда вы больше всего нужны своей стране. Нужен каждый... Каждая женщина, каждый ребенок, для всех будет дело. Как раз такого человека я ищу. Один человек везет через границу к северу отсюда груз оружия. Он мой конкурент. Перехвати этот груз, и в следующий раз я предложу тебе на продажу кое-что особенное. Подумайте, что они скажут. Обожаю дальновидных людей. Спиной. Вы все еще можете дать им светлое будущее, если останетесь и будете сражаться. Будьте храбры, будьте сильны, будьте честны. Вы слушаете Радио Свободы.
приведут. Делай нам! Делай!
там? Я смотрю, смотрю. Что-то не так. Где? Здесь. Давай. Thank you.
Дима! Мы нас напали?
там? Почему Африка? Людям нужно оружие в других странах. Почему здесь? Почему на моей родине? Каждая страна – чья-то родина, парень. Только это не мешает людям воевать. Вашу войну тоже не я начал. Кажется, это твои братья-африканцы хотят друг другу поубивать. А, кстати, какого хрена я должен беспокоиться о твоей родине? Хочешь, чтобы я торговал в другом месте? Значит, на чью-то там чужую родину тебе наплевать. А если бы это была ваша родина? Война. Вот моя родина. Thank you.
Газа, попроси ветер принести нам пиво. Рад, что ты здесь. У меня тут проблема. Есть тут один командир, Олесий. Он меня патроны раздобыть просил. Я сказал, без проблем. Я работу сделал, а он мне теперь не заплачу. Меня это бесит просто. Я считаю, патронов он не заслуживает. Они на открытом грузовике, а грузовик в деревне рядом с виллой. Сможешь дойти туда и взорвать грузовик? Молодец, друг. Я знал, что молодец. Мы с тобой сработаемся. Увидимся позже. Должно быть, священник дал тебе своего лекарства. Ты выглядишь намного лучше. Когда мы говорили о шакале, я упомянул о записях. Я не рассчитывал, что ты их найдешь. Фантастика! Не могу поверить. Здесь информация, оружие полезнее пистолета. Эта пленка дает тебе и мне преимущество перед любым человеком в этом баре. Извини, что не могу заплатить тебе за беспокойство. Я у тебя в неоплатном долгу. Это просто удивительно. А вот и проблемы. Ты чем сейчас занят, друг? Ты все время находишь здесь одних и тех же.